говорится, важные, да, компоненты цифровой техники, которые фактически стоят на стыке цифровой и аналоговой техники, это аналогоцифровые, цифроаналоговые преобразователи, которые вот стыкуют один мир аналоговой техники с цифровым и наоборот. То есть это, товарищи, ну, в настоящий момент, да, ключевое, если можно так сказать, направление, потому что, как мы с вами неоднократно уже говорили, цифровые технологии внедряются везде и всюду, и даже туда, где изначально трудно было, кажется, и заподозрить, да, что возможно их применение. Звукозапись, да, видеозапись и множество других применений, да, вот, оцифровывать все, и архивы, значит, ну, трудно, кажется, сказать, где сейчас цифровые технологии не применяются, и вот ключевым, да, элементом таких преобразований, да, перевода в цифровую форму, ну, хранение, соответственно, и обратного преобразования является АЦП и ЦАП. Значит, мы начали, напоминаю, с более простых, ну, идеологических устройств, да, цифра, аналоговое преобразование. Значит, ну, и на уровне, да, когда он задавал вопрос, какой из процессов сложнее или проще, вот, я, кажется, вам говорил, что, да, более простым является вот цифроаналоговое преобразование. Почему? Потому что тут все детерминировано, предсказуемо, определено, и нет никаких неопределенностей, вот, все однозначно, потому что в мире цифровой техники все строго оговорено, все возможные ситуации, сигналы, коды и так далее, все, кажется, четко расписано. Поэтому, значит, вот оказывается, не так трудно, да, это все использовать для того, чтобы превратить цифровой сигнал в аналоговый. Значит, вот напоминаю, схема, которая у нас, мы анализировали в прошлый раз, и состоит она, ну, условно говоря, из двух частей, да. В основе лежит, напоминаю, R2R матрица, вот она, в верхней части, да, нашей схемы. В чем ее, кажется, замечательные свойства, товарищи? Ну, она простая, вот такая цепочка резисторов, включенных последовательно, параллельно, да. Вот, номиналы тоже стандартные R2R. И вот главными его качествами какие? То, что, ну, напряжение в узлах делится в два раза, а, соответственно, вот в нижних ветках формируются токи, токи, товарищи, которые отличаются тоже ровно в два раза. Вот. Это первое. И то, что вот эту, ну, как говорится, тут четырехразрядный нарисован, но эту матрицу можно, как говорится, легко масштабировать, увеличивать ее разрядность столько, сколько нам надо. Вот сколько захотели, столько таких и включили, значит, звеньев R2R и, соответственно, расширили разрядность этого цифроаналогового преобразователя. Вот. Ну и дальше, товарищи, вот что? Это, собственно, ключи и сумматор токов. Это вот они нарисованы в виде таких механических переключателей для упрощения. Ну, на самом деле, это электронные ключи, которые, соответственно, вот, открыты или закрыты, и коммутируют этот ток, либо замыкает его на землю, то есть токи текут, но не участвуют в формировании выходного сигнала, либо мы их в зависимости от кода начинаем, кажется, суммировать на общей линии и преобразовывать этот ток, ну, прямо пропорционально в напряжение. Поэтому, товарищи, поскольку токи отличаются в два раза, то это, кажется, соответствует вот бинарной логике, да, где у нас 0,1, и, соответственно, каждый следующий разряд, вес его в два раза больше предыдущего. Поэтому вот мы вместо этой абстракции чисел, значит, сформировали токи, физические реальности. Вот. И вот нашим кодом этим, соответственно, что? Управляем,
коммутация этих ключей, и поэтому токи, которые суммируются, значит, величина их однозначно задается комбинацией вот этой, ну, кодов нулей и единиц, которые управляют состоянием вот этих переключателей. Ну и легко понять, как вот здесь, да, если вот в том ситуации, как сейчас, это все разряды 4 нуля у нас, товарищи, входной код, да, 4 нуля. Поэтому, соответственно, все токи замкнуты на землю и не участвуют, как говорится, в процессе суммирования. Поэтому на выходе будет напряжение 0. Вот. По мере того, как мы переключаем, да, разряды какие-то, они, как понятно, независимые, соответственно, появляются токи, которые суммируются, и на выходе мы получаем напряжение, товарищи, амплитуда которого, значит, вот однозначно определяется вот этим кодовым словом, которое управляет вот этими ключами. Вот такая, как говорится, нехитрая идея, поэтому тут все логично, просто и однозначно. Вот. Ну, теперь о свойствах, да, значит, вот, товарищи, вы видите формула, значит, которая определяет, соответственно, напряжение, да, которое формируется на выходе цифры аналогового преобразователя. Ну, она, как говорится, так в строчечку записана для удобства того, как это в книгах делается. Вот. Ну, чтобы это было более понятно, я еще раз нарисую общую идею, чтобы, как говорится, не путали и однозначно. Так, вот наши предыдущие записи как раз по матрице R2R. Значит, когда, товарищи, речь идет об АЦП и АЦАПах, вы в первую очередь, у вас мысленно должна возникать простая картинка. То есть вот есть... Так, сейчас мы активируем возможность рисовать. Значит, вот есть какой-то диапазон. Ну, я так... Так, что тут происходит? Какой-то диапазон напряжения, да, который мы разбиваем, товарищи, на какое-то количество равномерных ступенек. Вот у нас есть градации этого напряжения. Поэтому в чем смысл, да, квантования по уровню? У нас сигнал не любое значение, а квантованное, то есть какой-то разрешенный набор значений фиксированных. И вот ключевой вопрос, сколько вот этих у нас возможных градаций сигнала, сколько ступенек. Значит, и описывается это числом каким? 2 в степени n. Вот, как говорится, связь одного с другим. Ну и дальше, товарищи, все зависит, да, какое у нас устройство. Если это у нас цифра, аналоговый преобразователь, вот, то, значит, вот какие у нас тут смысл, да, вот это и есть опорное напряжение, у референс, то есть опорное напряжение. Почему? Потому что оно должно быть очень стабильным, точным и одинаковым, да, у всех микросхем, которые мы выпускаем. Потому что от него напрямую зависит точность выходного напряжения и качество нашего преобразования. Вот, поэтому, значит, если количество у нас 2 в степени n, товарищи, то... Значит, вот этот шаг, да, дельта У, значит, чему равен? Ну, легко догадаться, это У референс, вот, значит, опорное напряжение поделить на 2 в степени n, да, вот, так, только не 2 умножить на n, а то я как неправильно напишу, так и пойдет. 2 в степени n. Ну и опять, товарищи, если у нас там, допустим, 10 горизонтальных линий, между ними что? 9 интервалов на единицу меньше. Поэтому появляется вот это вот минус единица. Вот. Ну, соответственно,
Неправильно, да, не 2 в степени n минус единица, да, вот именно у РФ 2n в степени минус единица. Ну и все это, товарищи, вот в данном случае, поскольку у нас операционный усилитель, ну, тут, правда, эту единицу забыли нарисовать, но это такое, видите, 15 у РФ на 16, значит, вот выходное напряжение. Что? Это фактически номер интервала, в котором располагался наш аналоговый сигнал. Поэтому, ну, давайте это тогда уберем эту, чтобы она не сбивала с толку, поскольку при большой разрядности этой единицы можно всегда пренебречь. Вот. Так, вернемся в режим рисование, и, соответственно, вот эта ступенька надо умножить, товарищи, да, на наш код, да, на текущий код, то есть номер фактически этого интервала. И мы получаем с вами, как говорится, вот выходное напряжение, ну, со знаком минус, поскольку там инверсия. Вот что надо знать. Поэтому, товарищи, как, вот так связана, да, разрешающая способность цифроаналогового преобразователя, ну, ЭАЦП в будущем, с разрядностью кода. Поэтому если у вас задано, товарищи, допустим, n равно 10, ну, такое типовое значение, которое у нас в задачах будет, да, так категорически нельзя УРФ, да, делить на 10. 10 разрядов поделили на 10, ну, значит, вот и разрешающая способность. Это полное непонимание, да, вопроса. 10 – это разрядность числа, а количество комбинаций – это 2 в степени 10 в данном случае, 2 в степени n. Вот что надо, как говорится, картинку эту представлять, понимать и не запутаться, когда у вас вот какие-то задачи, связанные с ЦАПом или АЦП, с его свойствами. Вот такие простейшие, как говорится, сведения, ну, надо их четко понимать. Поэтому вот так это и происходит. Соответственно, тут вот есть, как говорится, таблицы, которые показывают, да, вот входной код может меняться от 0000 до, соответственно, все единицы. Поэтому вот от нулевого напряжения до максимально возможного. Вот тут у нас, видите, максимально возможное – это опорное напряжение, да, минус минимальный шаг, минус квант. Поэтому вот если от нуля считать, то и 2 в степени n у нас получается количество градаций выходного напряжения. Вот такая идея, товарищи. Ну, опять тут, значит, что надо понимать? Ну, вот та версия, товарищи, которая у нас нарисована, она формирует напряжение однополярное. То есть вот есть опорное напряжение какое-то, значит, и выходное от нуля до максимального. Вот. Ну, на практике, например, если звуковой сигнал или тот же видео, они симметричны относительно нуля. Поэтому часто применяются схемы, которые формируют как положительное, так и отрицательное напряжение на входе. Вот, чтобы можно было там синусоиду нарисовать в привычном нам виде относительно нуля. Вот. Для этого что делают? Просто-напросто сдвигают вот сигнал этот на середину, да, то есть смещают эти напряжения для того, чтобы... Вот как здесь написано, соответственно, видите, при коде, да, 1.0.0.0, который, ну, ровно посередине этой разрядной возможности, у него напряжение нулевое на выходе. Соответственно, если код меньше, положительное, если больше, отрицательное. Вот такие, как говорится, практические схемы. Ну и какие параметры, товарищи, вот основные свойства микросхем ЦАП. Это мы так теорию рассмотрели, значит, видите, чем они отличаются. Количеством разряда, видите, от 8 до 24. Ну и надо понимать, что цифры так небольшие, но это
огромная разница, да, потому что 2 в 8, товарищи, это сколько? 256 градаций, а 2 в 24, вот, это 2, 4, это 16 миллионов градаций, да, поэтому вот такая колоссальная разница в возможностях по разрешению, да, с точки зрения амплитуды, качества этого преобразования. Ну и дальше что? Значит, вот величина задержки преобразования. Ну, хотел бы спросить, но сразу расскажу, товарищи, от чего зависит задержка преобразования. Значит, она зависит от скорости срабатывания вот этого ключа, который у нас есть, и быстродействия операционного усилителя. То есть вот наша схема еще раз. Надо понимать, что переключение из одного положения в другое занимает какое-то время. Значит, эти токи тоже должны, как говорится, установиться в свое стационарное значение после коммутации и просуммироваться, соответственно, на выходе вот этого операционного усилителя. Это требует, как говорится, это не мгновенно, а какое-то время. И, соответственно, вот этим определяется быстродействие ЦАПа, цифра аналогового преобразователя. Так, дальше что у нас? Да, ну вот это, соответственно, можно легко уменьшить разрядность ЦАПа, но это так, экзотика, потому что зачем покупать более дорогое устройство, да, и потом уменьшать его разрядность. А вот, товарищи, значит, как на практике, вот посмотрите, я крупнее сделаю и прокомментируем. Это уже практическое применение, товарищи, последовательности кода в выходное напряжение. Вот, поэтому, ну, это обратный процесс, поэтому посмотрите внимательно, как это делается. Значит, на вот эту временную диаграмму. Значит, вот коды, товарищи, не напрямую поступают на цифроаналоговый преобразователь, да, а через регистр, запоминается в регистре, который, значит, работает по определенным, с определенной тактовой частотой. Значит, опять же, в отличие от того регистра, да, это что такое регистр? Это набор D-триггеров, вот, как раз этих злополучных, да, D-триггеров, которые многим, кажется, не дались на контрольной работе. Но в данном случае они управляются по переднему фронту импульса, не по уровню, как у нас в работе, а по переднему фронту. Вот. Ну и, собственно, вот такая комбинация: регистр и цифроаналоговый преобразователь. Для чего? Посмотрите внимательно, значит, как это работает. Значит, вот коды, товарищи, вот это некая шина какая, параллельная, да, параллельное представление данных, вот, поэтому коды тут она так нарисована такой более жирной, ну, не отчетливо, это просто акцентирую внимание, да, что это там вот четырехразрядная, восьми и так далее шина. Значит, коды это вот и есть комбинации нулей и единиц, которые мы придали смысл амплитуды нашего напряжения. И вот есть моменты времени, когда происходит изменение вот этой информации входной. Как вы видите, вот эти переходы из нуля в единицу, из единицы в ноль, это характеризует вот смену информации. И происходит, как вы видите, не одновременно. Вот видите, некие такие зазоры, да, между этими линиями, и говорят о том, что смена кодов может проходить не одновременно. Так вот, для этого и служит, да, вот этот промежуточное устройство, регистр. Вот строп, это фактически тактовая частота наша. И по переднему фронту у нас происходит что? Запоминание вот этих кодов в регистре. В регистре. Вот. И, как вы видите, вот как только мы запомнили, соответственно, этот код, он поступает куда? На вход нашего ЦАПа, цифроаналогового преобразования. Но
как вы видите, вот такое запоминание позволяет, что, видите, тут уже нету вот такой размытости во времени смены кодов. Значит, код устоявшийся, вот этот исходный, видите, он четкий, значит, мы его по переднему фронту записываем в регистр, вот. Соответственно, на выходе тоже информация меняется, и к чему это приводит? Вот этот код вызывает, как говорится, коммутацию ключей, новая комбинация вот их разомкнутых и замкнутых ключей, которые коммутируют токи. Вот. И в результате вот, новой комбинации этих токов появляется новая амплитуда сигналов. И вот вы видите, товарищи, что есть время установления. Вот. То есть есть некий переходный процесс, который связан с чем? Что у нас происходит переключение вот этих ключей внутри ЦАПа. Ну, как только этот процесс закончился, значит, у нас формируется вот такое уже полочка, да, это, собственно, есть выходное напряжение, амплитуда которого была задана или определяется вот входным кодом, Ну, из этого что еще следует, товарищи? Ну, легко понять, да, чем ограничивается быстродействие ЦАПа, оно напрямую связано с временем установления, потому что, значит, представьте, что входные коды будут меняться, как говорится, с тем же временем, а то и быстрее, чем время установления. В этом случае у нас, как говорится, не успел ЦАП отработать предыдущий код, еще идут переходные процессы, вот, и приходит новый код, то есть у нас, как говорится, ни в какой момент времени нет соответствия выходного напряжения входному коду, поэтому вот в идеале, да, вот время установления должно быть там, ну, на порядок раз в 5-10 быть меньше, да, чем рабочая частота ЦАПа, вот, ну, до поры до времени, например, в звуковых, ну, в обработке звуковых сигналов это несложно, потому что частота какая? Там 20 кГц – это у нас аналоговая частота, 44 кГц – это фактически вот, дискретность во времени, и это и есть частота следования вот этих кодов. Ну, кажется, нет проблем. Но если, например, говорить о синтезаторах или генераторах напряжения произвольной формы, то там формируются сигналы там, мегагерцы, десятки и сотни мегагерц. Поэтому время установления – это какие-то там единицы наносекунд должны быть. Ну, конечно, это на порядок дороже, сложнее. Вот. Но именно временем установления определяются вот частотные свойства ЦАП. И что еще, товарищи, вот не знаю, сталкивались вы или нет, если, например, слушать CD-диски, ну, сейчас обычно что, MP3, концерты, все это, значит, уже в таком компрессированном виде уже, там, с применением кодеков, а вот если послушать CD-диски, на которых концерты, ну, продавались какие-то в цифровом виде уже, вот первые источники. Там формат немножко другой, CD-аудио. И там иногда вот между песнями, товарищами, то есть сама песня-то звучит гладко, тихо и, как говорится, без нюансов. А вот при переходе от одной песни к другой часто возникает такой сухой треск, вот. Такой вот, ну, специфический. Вот. С чем он связан? Это и есть как раз, товарищи, когда не стыкуется вот один звуковой файл с другим. Вот эти перекрытия, да, и стыковка этих файлов сделана, кажется, некачественно. Вот, вот этот переходной процесс, товарищи, может порождать вот такие пики большие, переходные, которые... Несмотря на то, что они очень кратковременные, амплитуда их очень большая. Вот. Поэтому вот,
это тоже такая проблема звукотехники, когда надо вот эти выбросы случайные, произвольные минимизировать. То есть представьте, у нас код, допустим, 0.1.1.1.1, а потом он меняется на 1.0.0.0. Ну, давайте напишу, чтобы было понятно. Вот у нас код. Какая-то разрядность 0.1.1.1.1.1, а потом код следующий 1.0.0.0.0. Вот они рядом. И представьте, что вот эти ключи еще не успели переключиться, а это... Товарищи, видите, техника не удерживается, местная работа Zoom, Note и других программ, значит, в какие-то моменты вызывает какие-то неконтролируемые сбои зависания. Ну, благодаря SSD можно это достаточно быстро восстановить. Значит, сейчас найдем наши материалы и... продолжим, значит, и комментарии, да, товарищи, вот в области, да, цифровой все корится легко и гладко, вот следующая единица, это, соответственно, вот такая, переход, но обратите внимание, значит, вот с точки зрения наших напряжение. Вот где мы находимся, значит, вот у нас есть наш интервал, этот диапазон, вот 0.1.1.1.1, это вот мы находимся посередине, да, практически возможного диапазона напряжения. В момент, и вот следующий шаг должен, кажется, отличаться на совсем чуть-чуть, да, на единичку, да, то есть на вот эту самую дельту, на минимальный шаг. Но представьте себе, что вот эти ключи остались замкнутые, да, вот эти замкнутые, и к ним добавился вот этот разряд. К чему это приводит, товарищи? К тому, что у нас кратковременно генерируется вместо вот этого, ну, это, допустим, наш интервал времени, да, генерируется сигнал не вот такой, какой он должен быть, а максимально возможный, то есть вот был так, и вдруг идет вот выброс, практически половина максимального значения, да. Ну, потом, естественно, вот эти разряды начинают обнуляться, и этот сигнал, значит, постепенно уменьшается, да. Ну, вот, возможна ситуация, да, когда вот из-за неодновременного срабатывания ключей, допустим, они из нуля в ноль и из нуля в единицу, время одно, а из нуля в единицу другое, да, вот время перехода разное, поэтому
может оказаться, что вот эта единица добавится раньше, чем переключатся в ноль остальные разряды. И мы получаем на выходе вот такой мгновенный выброс, несмотря на то, что он кратковременный. Вот. Потом идет, понятно, устоявшееся значение на, вот, на эту минимальную разницу дельта У. Вот. Но вот этот выброс, он может, как говорится, быть слышимым, если это акустическая информация, вот, или какой-то там, ну, если это видеоизображение, какой-то выброс, но он кратковременный, глаз может его не увидеть. Но такие, значит, явления могут быть, и если они, как говорится, сильно мешают, то надо принимать специальные меры, чтобы с этим бороться. Значит, вот такие нюансы в этом процессе могут возникать. Ну и дальше, товарищи, вот практические схемы. Несколько прокомментируем. Так, только сколько у нас тут время. Значит, если что, переподключимся. Значит, товарищи, вот посмотрите, что можно делать на основе, да, ну, простейшие, но уже достаточно такие интересные приборы. Значит, вот наш цифроаналоговый преобразователь. Опять же, видите, опорное напряжение и вот наши коды. Но чем они в данном случае формируются? Вот у нас есть генератор, автогенератор, который выдает последовательность импульсов. Это вот те самые у входа, которые были на контрольной работе. Там 10 импульсов, ну, понятно, их генератор выдает непрерывно, и это бесконечная последовательность. А дальше мы ставим счетчик. Счетчик, видите, ST – это, товарищи, счетчик, 2 – это, соответственно, ну, бинарный, 2 в степени N. Вот, двоичный. То есть просто последовательность счетных триггеров, опять же, знакомых нам по контрольной работе. И вот, значит, что делает счетчик? Он считает, да, импульсы. То есть вот в параллельном коде мы, кажется, с вами говорили, да, чем делитель отличается от счетчика. То есть если мы выводим информацию с промежуточных триггеров, фактически это бинарный код номера импульса. Вот. Поэтому счетчик считает импульсы генератора, и на выходе, соответственно, вот коды меняются как 0, 1, 2, 3 и вплоть до максимальной емкости этого счетчика. Дальше мы, товарищи, этим номерам придаем смысл амплитуды напряжения. Амплитуды напряжения. И, соответственно, вот подаем на ЦАП, и на выходе вот у нас появляется пилообразное напряжение. То есть вот изначально номер импульса 0, значит выходное напряжение 0. Потом 1, 2, 3, но это в десятичном виде вам, говорится, чтобы было понятно. На самом деле тут меняется бинарный код, соответствующий вот номеру импульса, и в соответствии с ним формируется вот это вот последовательно напряжение, да, 1, 2, 3, 4, 5, 10, до какой величины? До той, которая вот определяется емкостью счетчика, потому что вот так, как мы с вами рисовали, допустим, если 3 триггера, это 2 в третьей, 8, поэтому после 8-го входного импульса счетчик сбрасывается к исходному состоянию 0,0,0 и опять начинает считать импульсы в пределах своей емкости. Поэтому вот как только он достигает своей разрядности, ну, 5 это может быть один счетчик, может быть последовательно включено несколько, и тогда разрядность шины будет больше, и ступенек этих больше, и вот в какой-то момент времени счетчик, кажется, обнуляется, переходит в исходное состояние и опять продолжается вот нарастание. Вот фактически, товарищи, если вот эта ступенька, шаг ее очень мелкий, маленький, да, то фактически это и есть вот генератор пилообразного сигнала. Но опять же можно простейшую сглаживающую цепочку какую-то на выходе поставить, которая дополнительно будет сглаживать вот эти скачочки маленькие. И будем, как говорится, реально, да, на выходе получим пилообразное напряжение.
Ну,